В пятницу, 27 мая, нас ждет лишь несколько оглашений экономических новостей, которые могут повлиять на валютные рынки. Давайте узнаем подробнее. В 12:30 дня по Гринвичу будет оглашена вторая оценка ВВП США за первый квартал. По предварительным данным, годовой прирост ВВП составил 0,5%. Это меньше, чем 1% предыдущего квартала. Но мы еще можем увидеть пересмотр показателя в положительную сторону. В два дня университет Мичигана опубликует финальную версию индекса потребительской уверенности за май. Согласно предварительной оценке, этот показатель значительно улучшился и теперь находится на максимальном уровне за 12 месяцев. В 5:15 с речью выступит глава ФРС Джанет Йеллен на получении медали Рэдклифф в Гарвардском университете. С вами был Кайс Халил в экономическом календаре пятницы. Завтра мы ознакомим вас со сводкой новостей на понедельник.